Ферми М. И сегодня третий выпуск о космосе. Кто не смотрел две первые части, ссылки в описании. Сегодня наш космолет совершил посадку на планете, которую назвали в честь древнеримской богини красоты и любви. Это единственная планета, которая получила название в честь женщины. А назвали ее Венера. Это самая таинственная планета. Из-за плотных облаков ее очень трудно изучать. По массе и размерам Венера считается сестрой Земли. Несмотря на то, что Венера считается второй планетой в Солнечной системе, там еще жарче, чем на Меркурии. Как же так, спросите вы? Все дело в плотной атмосфере Венеры. Она не дает выделяться теплу в космос. Поверхность Венеры невероятно засушливая. Большая часть заполнена тысячами вулканов. Что такое вулкан? Это большая гора с кратером, из которой время от времени выходит огонь. Что такое кратер, я рассказывала в прошлом выпуске. От воды остались только следы. При такой температуре она испарилась. Дожди там идут кислотные, но к поверхности они не достигают, потому что испаряются от жары. Но и это еще не все. Там есть сильнейшие ураганные ветры. Как вы думаете, можно там жить или нет? Год на Венере длится 225 земных дней. А сутки на Венере длятся больше, чем год. Это самые длинные сутки в Солнечной системе. У Венеры, как и у Меркурия, нет естественных спутников. Существует мнение, что в прошлом люди думали, что спутником Венеры являлся Меркурий, который позже оторвался и стал планетой. Венера – первая планета, которую посещали космические аппараты, и на поверхность которой была совершена посадка. Но из-за большой жары они сгорали в течение нескольких часов. На планету еще не ступала нога человека. И вряд ли этот мир невыносимой жары и сильного ветра ей понравится. Разве только пролететь мимо. По традиции, в конце нашего выпуска я задам вам вопрос. Почему Венеру назвали в честь древнеримской богини красоты и любви? Нажимаем на паузу, думаем, ставим лайк и подписываемся на наш канал. Готовы? Потому что богиня любви отличалась неземной красотой. А Венера была одной из известных пяти планет и светила ярче всех. На сегодня все. Больше мне нечего добавить своим словам. Так как Венера и в наши дни мало изучена. Продолжение следует. Пока-пока. Thank you.